Я не знаю, вот говорят, куст 3-4 года, 5 лет нужно выбрасывать. Его не надо, его просто обновлять надо, и все. А корни, они перегниют, те, которые ненужные. 11 лет, потому что тоже вырезаю, которые от плодоносили веточки, я их сразу вырезаю, и они пускают новую поросль. А старая, это... Второго, третьего года роста они плодоносят. И вообще столько ждать, пока это вновь смородина будет.